Сожжение. Торжественно. Егорыча. А, и где он? Ну по. Главное, что у него лапки подгорели. Всем здрасте. Что у нас сейчас за месяц? Март. А, март. Холодно, ноги на дворе. А они сидят и поджидают нас, сволочи. Аккуратней будьте. И циперметрин вам в помощь. Мы в Подмосковье. Будем пробивать береги. Береги. Берега старой реки. Небольшой. Что найдем, не найдем, пока не знаю. Погода хорошая, солнышко светит. Вчера эти вот ураганные ветры были. Здесь-то, конечно, все обламывают клещики. Ну, мы поосторожней будем с ними. Будем двигаться туда. Так, пролезли овраг. Вот там река. Здесь вот такой вот чепужатник. Мелкие кусты. И первая монета. Поздний совет. Сейчас покажу. Сохран, кстати, прикольный. Все, первый годик. Ай, блин! Все, первый годик. Да, блин! Ищем. Вадимыч видит. Ага. Все, все. Все, ладно, мы идем вдоль реки, следуем вот эти чепужатники. Пришлось уехать с того леса, крещать тьма. Себя поснимали кучу, переехали более такой здесь пересеченный лес с сосновником. Отошли 2 метра от дороги, вон прям машину поставили. И у Димыча империя. Николаевский, да? Ну, сохран говно. Хотя песочек. Ну, хрен знает. Вот так. Ну что, онлайнчик поснимам. Поснимавший. Вот если что, это мы здесь в прошлый раз приезжали, еще снег лежал, копали. Как не заметил сигнал рядом. Ну, кстати, вот здесь в прошлый раз я поднял пуговицу. Звездой советскую. Интересно, что здесь. Бухали. Или не бухали, интересно. Бухали. Или не бухали. Пуговица. А, ну, а, только у меня большая была. Точно. Здесь красноармейцы разобрали, походу. Ну, не красноармейцы, а военные. Шинель, наверное, какая-нибудь валялась, сгнила. Маленькая это от рукава, а здесь большая. Все. Все. Да. Вот она дорога шла, вот. Видите, где заросля? Заросля. Там красноармеец шинельный лежал. А здесь империя вроде как. Говорит, ой, что-то крупное. Это Катя. Катя, Лиза. Это они такие. Убитая. Это Лиза. К сожалению, да. Вот. Нам... Здесь понятно. Нам вперед. Мы пойдем сейчас вперед. Торопиться нам некуда. Бегать нам тоже смысла нет. Ну, я имею в виду, далеко идти. Вот Катя Лиза. Как Катя Лиза. Лиза Катя. Выходим. Иду, 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 иду. Снег сошел. Оп. Скелет. Животное. Что-то я не пойму, кто это. Похоже, кабан. Очень похоже на то. Судя по копытцам. Или я уже что-то не то понимаю. Или я уже что-то не понимаю. Причем растащили его так хорошо. То ли его жрали здесь, то ли фиг его знает. Кто там у нас в кустах-то бродит? Непонятно. Здесь клеща меньше. Гораздо меньше, чем там. Разница. Чего? Сейчас. Да у меня там интерес. Вот, да. Сейчас покажем, что ты там нашла. Что там у тебя? Да? А у меня скелет кабана.
Дорога прям, что ли? Или пахани? А, дорога. Стоп, стопе. Вот она, родимая. Надо монету. Убитая насмерть. Но это деньга. Сейчас а где? Ребята вот. Там идут, с той стороны кустов. Деньги. Это деньга. Деньга. Ну, сохран здесь печаль. Печаль. Прикольный там скелет кабана. Да, Дим, мы тот! А, вон, сейчас догоним. Они вперед ушли. Деревья трещат. Чего какой? Погода сегодня вообще шикарная. Вчера эти бураны были, сегодня вот так вот. У меня щитовичок. 10 копеечек. А у меня еще один щитовичок. Ой. Год не видно, ну такой же примерно, как предыдущий. Зависли на фундаментах на этой дороге. Мы были здесь, когда снег лежал. Вот. Сейчас Саша эту, как ее, пряжечку выкопал. А Димка пломбочку вот такую. Царская с ятем. Москва. Чего это такое было? Прикололся, считаю, такси. Точно. Да. Магазин. Магазин. Что магазин? Непонятно. Крутимся здесь. Да, друзья, сегодня день адский у нас. День. Вот. Ай. Видите? Ползет вверх. Не видите. Я не вижу. Вижу. Ну, еще с дур не обработаны. Вон. Ой, блядь, на живом дереве сидит, сука. Ой, я извиняюсь. Сейчас. Видите? Март месяц, ё-моё. Ладно, мы идем к машине. Монеток чуть-чуть нам дали. Выход получился такой своеобразный. Сожжение. Ладно, берегите себя. Да, будьте аккуратны. Будьте осторожны, обрабатывайте слепилентами. Ну и всем пока.